Я ваш верю очень. Сделайте точно, хорошо, агрессия и еще раз. Ваш второй предохранитель это палец. Контролируйте это палец. Давай. Товарищи штурмовцы, я давайте я к вам тогда пристану. Я сделаю. Командир Браво, подготовить личный состав для проведения боевой задачи. Командиру Альфа, выделить личный состав для проведения стрельб и отработки перемещения с укрытием, контактом ближе команда на Браво. Шамар. Сводные отряды командира батальона. Ко мне. Пошли. Сейчас мы покажем работу личного состава при появлении противника справа, слева, сзади, спереди. Работу в группах при перемещении. Контролируют сектора право, лево. Цель! 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 Олег! Во! Цель! 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 Теперь что-то становится.
не прикрывает группа. Номер первый прикрывает своего коллегу, номер второй производит смену боекомплекта. Сейчас будет деление на группы, будут работать в парах. Отрабатывают заход и уход с этого здания. Сейчас вы увидите, как будет работать непосредственно внутри группы зачистки. Работаем! Левая комната! Чисто! 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 Выход! Выход! Чисто! Чисто! Выход! Выход! Движение! Выход! Ждем! Право комната! Право комната! Выход! Террористы зашли 10 человек, вооружены, заняли они по улице Лесси, дом 42, двухэтажное, отдельно стоящее здание. В них и расположены позиции, есть снайпера, есть пулеметное гнездо наверху дышек. Из-за укрытия, где находится наша сейчас разведгруппа и контролирует данный дом 42, занять позицию для прикрытия нашей группы зачистки, выставить снайперов и приготовиться встречать группу. Группа Чарли. Я. Вы две связи. Принимайте. Работаем. Здесь. Браво, выходим. Все. К месту проведения. Так точно, Тарлингер. Сейчас они выдвигаются на позиции, занимают свои позиции каждый. Здесь гранатометные группы. АГСники. Подствольщики, ПК. Чарли. Подготовиться к выходу. Чарли. Под контролем сзади. Выходим. Это Лукас 1. Идет под контролем.
Чарли. Все, докладываем руководству. Боевая задача выполнена, потерь следующего состава нет. Сильно на позиции. Вольно!